Всем привет! Сегодня я предлагаю вашему вниманию салат «Не магия». В приготовлении этого салата нет ничего магического. Салат крайне прост и содержит в себе минимум ингредиентов, но это не делает его менее вкусным. Для его приготовления мне потребовалось одно куриное филе, одно крупное яблоко. Яблоко лучше взять кислое, 3 яйца и 200 грамм твердого сыра, а также майонез и сметана для заправки. Куриное филе и яйца я предварительно сварила и остудила. Яблоко очистила от кожуры и сердцевины. Отварное куриное филе я мелко порезала на кубики. Яблоко и сыр натерла на крупной терке. Яйца разделила на желток и белок и отдельно натерла их на мелкой терке. И майонез со сметаной я смешала в пропорциях 1:2, чтобы салат не был очень жирным. Все продукты подготовлены, буду укладывать их в салатник. На дно салатника первым делом ложится слой куриного филе. Смазывается смесью майонеза со сметаной. Затем идет слой тертого яблока и также майонез со сметаной. Далее идет сыр и, угадайте, что? Правильно, майонез со сметаной. И точно так же я поочередно засыпаю и смазываю сперва желток, затем белок. Вот и все. Салатик «Не магия» готов. Я приготовила этот салат в салатнике, но также его можно делать порционно. Если вы приготовите себе такой салат, вы останетесь очень довольны. Приятного вам аппетита и до новых встреч! Если видео оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.